Всем привет! Меня зовут Неркин, и добро пожаловать в Саммертаун от Крафт Шоу. Ну что же, я очень рад, что попал на этот сервер. Очень просто, вам даже не передать, как я рад. Большая, точнее, огромная благодарность Амджи Рамону за то, что позвал меня на сервер еще до того, как он стартовал. И он позвал мне где-то еще 7 мая, но тогда мне как раз в мой день рождения, жаль, что у меня тогда Twitch не работал, и я не мог, к сожалению, ему ответить. Так бы это было бы для меня огромнейший подарок. Ну что же, надеюсь, еще не ночь, потому что я только что зашел на сервер. Вчера где-то около 11 ночи меня принял Рамон на сервер, и я решил немножко поиграть, вот развелся, немножечко так накопал ресурсов, и я сразу заспавнился возле какого-то, возле спауна, я так понял, сейчас пропишу спаун, это вернусь, вот. Я вернулся вот сюда, в Tropic Crow, вот сюда, вот прям вот здесь, где MJ Ramon тоже начал, где все начинали, точнее, снимать. Вот, кстати, моя могилка, кстати, и, к сожалению, там много вещей, которые я не могу оттуда забрать, потому что это как-никак телепорт. И я хотел сразу телепортнуться в Tropic Crow, но, к сожалению, Тропикрафт не пропустил, сказал, что ты чё такой умный самый. Он сказал мне, что я должен сперва напиться пинаколады до усрачки и тогда уже лететь, тогда уже перемещаться в Тропикрафт. Ну что же, тогда давайте приступим. Для того, чтобы попасть нам в Тропикрафт, нам нужна пинаколада, нам нужно шезлонг и... Сначала давайте сделаем пинаколада. Как пинаколада, я точно не знаю, как она называется. Где-то, вот я специально ввел вчера в собачка Тропикрафт, чтобы был только все предметы с Тропикрафта, господи, извините. Также я хотел сказать, что я поменял немножко скин для лета, в общем, так сказать. Надеюсь, вам понравится. Голова моя, чуть-чуть тело уже не мое, это уже какой-то летний более скин. Ну, все-таки как-никак Саммертаун, и почему-то как-то тут холодно, только листья все падают, обрываются, это страшно. Какой-то ветер поднимается. И нам нужно также найти бамбук. Вот с бамбуком будет проблема, потому что бамбука я вообще не видел. Может, просто из-за того, что я ходил ночью. Но с шейдерами играть очень интересно. Мои текстурки будут написаны внизу. Это Faithful обычные текстурки. Они только для обычных предметов. Но я не знаю, может, найдут именно для Тропикрафта тоже, чтобы были такие вот также такие же текстурки. И, блин, вот что это за такое, вот что за непонятная фигня. Потому что я не могу найти нигде бамбук. Бамбук — это самая основная часть. О, чья могилка. Это братьцову. Братицу, хорошо. Плохо, конечно, что мы нашли его могилку. Ладно, вещи его не буду забирать. Кстати, я там видел вот коровку. Можно бы было ее и коснуть, чтобы добыть хотя бы первую еду. Потому что у меня есть такая вот первая еда. А вот уже, ох, первая еда. А так вот, чтобы она была, то, ну, как бы, постоянно ее нет. Кстати, вот какой-то птичка с лего-шлемом. Нет, ладно, такой лего-шлем я не буду надевать, он очень-очень стрёмный. Пока что у меня есть шлемы такие, как Wild, это... Кстати, почему-то они не отображаются, к сожалению. А, стоп, вот так. Это Wild, это с этого, это если не шип... Ну, короче, с какого-то тоже какой-то летсплейщик. Это Head Crab больше мне нравится, Lego Head. Странный Lego Head. И Моджем Хэт. Но пока что я не буду ничего одевать, потому что они мне не нравятся. Самое более нравится это мне... Ух ты, это нужно даже заскринить. Ух ты, круто. Пока что мне только нравится Хэт Краб. Ладно, будем дальше искать наш... Как его зовут-то? А, вот, бамбук. Нашел бамбук, отлично. Это самое главное. Бамбук мы нашли. Теперь нам нужно найти ананас. Ну, у меня есть семечки ананаса. И также у меня есть один кокос, чтобы попасть в Тропикрафт. Надеюсь, мне хватит всего, потому что... А, вот, думаю, где же он? Здесь должно всего хватить, потому что, ну, бамбукового дерева здесь тьма. Тьмущая, но он встречается в таких вот лесах редковато. Так, сколько уже у меня бамбука? Хватит, надеюсь? Да, почти 20-ка, конечно, мне хватит. Еще спрашиваешь, Неркин. И теперь самое главное — найти ананас. Ананас довольно трудно найти, но
Я знаю, примерно знаю, где они могут находиться. И мы сейчас сюда пойдем. Оп, чуть не упал. Опа, а это чье уже? А, стоп, это мое. Нормально. Нужно поставить здесь вот возле этого, чтобы я знал, что это мое. Ух, такая мне интересная рука. С финичкой. Или это как. Или это браслет? Ну ладно. Пофигу. Вот, ананас, это ирис. Ирис, или это не ананас? О, это ананас. Pineapple. Я это не знаю, как правильно назвать. Пинакола. Ой, правильно, ананас, или вот это что? Только что нашел. Кстати, друзья, я вот тут нашел странную вещичку. Это какое-то непонятное, какое-то тут кладбище. Может, кто-нибудь знает, что это же за кладбище. Но если я откопать могилки, то тут никто не пишет, кто умер. Опа, круто. А, не знал, что так можно. Фигня выпала. Нет, я бы забрал бы, конечно, костную муку. Ой, кости забрал бы. Так, фигня. Фигня. Фигня, 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 фигня. О, лопатка выпала, отлично. Еще одна. Опа, тихо, тихо. Ух ты, где же они-то тут так ходят часто-то? Так, ну ладно, давайте отсюда выйдем, потому что я боюсь. Честно, я боюсь туда пойти, потому что... страшновато, очень страшновато. Где тут я был? Где тут проход? Где мой проход? Я уже, наверное, все истратил. Вот проход. О, я слышу кости. О, господи, боже мой, господи, боже мой. Так, я вернулся домой, потому что это было немножко напряжно, я не хотел вам это показывать, так что... Так, давайте пока что я положу все это здесь обратно, такие, все-таки это будет мое первое место, где я буду жить. И давайте я скрафчу себе небольшой сундук, чтобы он не был, и давайте сделаем вот так, потому что я знаю, что вот такой вот верстак, он может соединяться с чистом. В котором, ну вот, видите, вот чест есть. Отлично. И давайте, знаете, что мы сделаем? Давайте я возьму пока что себе обычную лопатку и также возьму себе железную лопатку и железный топорик. Так, еда. И все, пока что, наверное, думаю, все. Кстати, у меня есть 4 кости, что можно... Это можно вообще выращивать все, что хочешь. Так. Вот, похоже, мне нужно сделать это кокосовый чанг. Не знаю, как его сделать бы, блин, странновато как-то очень. Но у меня есть обычный кокос. А как кокосовый чанг сделать, я, честно, в душе не чаял. Ладно, давайте пока что мы сделаем пустую кружечку, пустую бамбуковую кружку. Так, пустая бамбуковая кружка есть. Попробуем сделать вот таким вот образом. Не-а, не хочет. Так, коктейл, нам нужно сделать коктейл, и почему-то у меня... Я не знаю, как сделать какаунт чанг, или как там он называется, честно, не знаю. Может, ее нужно как-то ударить, что ли? О, господи. А, нет. Его можно поставить, отлично. Но, как бы, можно это как-то так разбить. Нет, нельзя, к сожалению. Господи, что нужно делать, не сказано. Это трудно. Как сделать такой кокосовый чунг. Так, я вернулся, и все же я узнал, как нужно правильно сделать кокос. И нужно ударить мечом. Вот, видите, я же думал, что его чем-то нужно таки ударить. Но думал, его нужно было не мечом, а нашим топориком. Вот. Так, ладно, давайте я положу, и для начала я сделаю себе пинаколаду. Отлично, у меня есть коктейл. Коктейль, так будем говорить, потому что коктейл — странное слово. Давайте сразу создадим себе еще один сундук. Сундук поставлю над сундуком. Я так понял, он все равно его не будет видеть. Да, это он не будет. Ага, отлично, еще лучше. Ладно, так сделаем. И я пока что выложу вот это. Пока что пинаколада у меня есть. Это хорошо, это самое главное. Пинаколада у меня есть, и мне осталось сделать только шезлонг. И все. Шезлонг у меня делается вот так он делается. Шезлонг, мне нужна красная шерсть. Красная шерсть, мне нужна красная шерсть. И я создаю себе красный шезлонг с бамбуковых стиков. Так, уже с бамбуковых стиков. Тогда вот на сайте еще пишут, мне нужно еще не с бамбуковых стиков, а именно с бамбука. Не с бамбуковых палок. И тогда я создаю вот так. Так, нет, вот так вот. И уже у меня получается коктейль и также шезлонг.
Вернусь я тогда, когда закончу. Когда, точнее, когда уже, точнее, добуду такие все, что я хотел добыть. Так, мне нужно еще шерсть. Шерсть, я не знаю, где найти мне шерсть. Пока что, так что буду стараться где-то найти шерсть. Потому что в этих краях шерсти я точно и не видел. Ладно, погнали. Наверное, я сделаю еще себе... Сейчас себе еще сделаю обычный меч, наверное. Так вот, железный, точнее, меч. Потому что таким мечом тут драться невозможно. Так, плюс еще дождь и гроза. Это самое, что ни на есть, интереснейшее, что может быть. И вот, друзья, я наконец-то в тропиках. Ладно, шучу, это не тропики. Ладно, продолжим. И вот я здесь нашел себе такие свинюшек. Было бы лучше, если бы, знаете, что я сделал? Если бы я взял с собой ножницы. Так было бы вообще лучше. Ну ладно, все же... Ой, шип. О, с них еще... Ух ты, что это такое? Это матон. Матон. Помню, что с них выпадает еще в некоторых... Некоторые моды говорят, что с них выпадает мясо. То бишь... Ух ты, там какая-то шляпка. Так, у тебя шляпка. Ух ты, прикольно. Шляпка у тебя... Это я так и не прочитал, не успел прочитать, так что там... О, там еще они. Отлично, мне нужно еще пару штучек. Опа, чуть не упал, отлично. Так, все. Мне нужно, по идее, мне нужны всего три, потому что... по идее, мне нужны шесть, чтобы, во-первых, Ух ты, я нашел еще один данжик. Отлично. Ух ты, это же с этого, это... Боже, господи, с какого-то мода... Портал Ган, если не ошибаюсь, такие вот штуки есть. Ух ты, у тебя тоже какая-то штука есть, тоже хорошо, возьмем. Так, много же у меня шляпок уже есть. Так, и что же, по идее, мне должно уже хватить, потому что три на шезлонг, и также мне нужно всего три, чтобы там сделать себе кровать, потому что спать я должен везде. Ух ты, чья это уже могилка? Ночь was brutally murdered by Hero... Ах ты ж, блин, Херобрина. А, я думал, с тебя будет хотя бы алмаз какой-то. Ладно, нету алмаза, так все. Все, я обиделся. А что там такое мне, вот интересно, господи. Как-то много всего, и так уж прям хочется и туда пойти. И вот, блин, ни на что не хватает, что за фигня. Почему там только что светился, что светилось что-то? Я в другом измерении, нет, я в этом измерении. Так, хорошо, ладно. А, кстати, я так и не включил шейдеры, но потому что ночью немножко ничего не видно. Это не немножко, а вообще ничего не видно. А, стоп, откуда это? Какое-то только что было. Что это только что было, чтобы мне получил блабари? Это черника. Так, и у меня есть, похоже... Я зашел в данжик. В данжик я, наверное, не пойду. Я поставлю здесь waypoint. Данга, так просто... Чтобы было пафосно так и понятно. И сделать так, чтобы никто не понял, чтобы все поняли, что тут уже кто-то был. И я также, наверное, буду возвращаться домой. И, как видите, я, похоже, нашел... Ух ты, что это там такое? Так, там ничего нет, окей. Так, и, кстати, друзья, я хотел бы вам еще показать то, что... Вот, смотрите, если мы будем бить... ананас рукой, то будет выпадать ананас. Видите, я ударил и выпал ананас. Если же я буду бить мечом по тому же ананасу, то выпадет только вот такие семена. Так что тут не только можно мечом разбить, тут можно и добыть семена, если кому-то также они нужны. О, господи, я прям уж испугался, думал, что за фигня-то такая. Фух. Так, ладно. Так, я, походу, подошел почти недалеко от дома, да, и я подошел, опять же, таки к тому кладбищу. Вот, я даже продем... Чья это уже? Уильсон? А, давайте тоже гляну, что тут тоже есть такое. Ничего нету. Вот, а теперь, если я ударю по ананасу мечом, то получится семена. Как бы это ни странно не звучало. Так, и где-то же я видел тут такое вот... А, вот, дерево. Вот, значит, идти такие вот деревья, потому что вот по такими деревьями всегда есть спавнер. И под спавнером должен быть сундук, как видите. И спавнер нужно сломать. А этих убить. Спайдер, потому что они могут вас отравить. Отлично, я убил. И получил какую-то там эссенцию, похоже, да? Да, что с ним можно сделать?
Так, Soul Shards, это шу... Вторая часть Soul Shards вышла, отлично! Это что такое? Ну ладно, вы заберете кристаллы. Хуйстон тоже заберу, короче, все заберу. Так, и я уже могу пойти к себе домой и создать пинаколаду. Да, и создать уже, точнее, шезлонг. А, нет, пока что не могу. Блин, у меня уже скоро будет закат, и на закате нужно выпить ананас. Ой, выпить ананас, говорю. На закате выпить пинаколаду. Но, блин, если не ошибаюсь, можно же обычный шезлонг взять? Не, потому что нужно красный, насколько я не, если не ошибаюсь, нужен красный шезлонг. А, ладно, друзья, давайте я пока что все выкиню. Выкиню. Так, пока что я выкину все, что можно выкинуть. Так, и я, наверное, пожарю себе немножко еды. Еды пожарю. Так, откуда мне этот чест? А, это обычный чест, хорошо. Так, я по-быстренькому пойду и поищу, наверное, не желтые, а красные цветы, чтобы они мне были. Должны они где-то быть недалеко отсюда. Вот, отлично, я нашел. Все хорошо. Друзья, все под контролем. И мне хватит только пары цветов. Ладно, возьму пару штук. Все, и я могу, наверное, уже идти. Вот, нет, там еще. Вот пойду туда и возьму немножечко себе. В принципе, до заката еще немножко далеко. Он пока что в зените, солнце в зените. И я могу добыть себе немножко еще угля. Потому что уголь, мне нужно все пережаривать. Потому что в Тропикрафте не встречается ничего. Ни железа, ни угля. Потому что все-таки это как-никак тропики. И я не могу никак туда... ну, там нигде не может добываться руда. Ну и, наверное, также руда может добываться еще... Ну, можно также ее вырастить с помощью Magical Crops. Да, вот Magical Crops. По Magical Crops я хочу не сделать тоже небольшую отдельную серию по Magical Crops, потому что довольно интересный мод, и хочу в нем разобраться нормально, и также доступно показать вам, что и как с этим модом есть. Так, и что же? Опа! Ты только что... Красавчик только что это сделал, это было так смешно. Так... Все, мы все сделали, почти все, осталось только сделать шезлонг, и тогда мы можем с вами смело отправляться в тропики. Так, ну, все-таки как-никак нужно хорошо поработать для тропиков. Так, давайте получим немножечко роз. Так, немножечко, точнее, не роз, а... Так, точнее, господи, красителей, вот. Все, у меня есть 3 красителя, я могу теперь создать шезлонгич. Да, так. И вот так, отлично. Я наконец-то-таки могу сесть потихоньку. Где моя пиноколада? Я не понял, кто свистнул пиноколаду? А, нет, вот она, пиноколада моей мечты. Так, которая телепортнет меня очень-очень далеко. Так, и давайте, наверное, ты пережаришь мне еще вот это, потому что еды там, наверное, пока что тоже не будет. Так, ну что же, далеко у нас еще тут закат. Я, наверное, знаете, что сделал? Я, наверное, пока что расчищу тут территорию, так, чтобы она была. Так, и самое главное, еще не промахнуться с закатом. Наверное, я сделаю все-таки пару, как-никак, пинаколад. Чтобы не прогадать. Вдруг я прогадаю, и получается, мне придется еще ждать. А это будет... Пока что ждать я не могу. Это тяжело ждать. Блин, нужно, наверное, можно включить шейдеры. Так, пока что включу шейдеры, потому что у меня немножечко лагать начнет, если будут такие вот... Уже закат. Так быстро. Я еще не успел сделать еще одну пиноколаду. Так, отлично, это есть. Где? Вот, отлично. На всякий случай я сделаю вот так. Стоп, как кружка делается? А, кружка вот так делается. Отлично. На всякий случай сделаю пару пиноколад. Так, отличненько. Все, можно идти. Уже у нас, в принципе, закатыч. И на закате нужно... Я бы увидел бы этот закат, но, к сожалению, я его не увижу. Так... И, ну что ж, друзья, я пью за вас. Ничего за дерьмо. Я же говорю, что ничего не может, не могут, ничего, что-то не получится. Ладно, а вот сейчас, если я выпью. И, попытка номер 2. Я тропики жди. А, ядрить, Мадрид.
Так. Давайте еще тогда. Она стыкается? Не, да, она стыкается. Все, а теперь хотя бы я могу попить. Да. Отлично. Оп, стоп. Стоп. Стоп, где же я? Стоп. Так, стоп, я попал к Рамону, к Тюни и к Ричу Маквуду. Но, а если я опять же выйду сюда? Эй, как мне вернуться обратно? Так. Я хочу обратно. Так, ладно, я попью пину коладу. И я могу возвращаться домой пока что. Да? Я же надеюсь, я могу. Да, отлично, я вот, в общем, недалеко от дома. Ну, я, в общем, очень далеко от дома, точнее. Это самое главное. Ну что ж, дорогие друзья, я вас поздравляю. Ух ты, я был с таким вот целый день с таким вот. А, блин, нужно их обновить. Так, я обновил. Нет, не обновил, похоже. А, вот они. Так, давайте я, наверное, надену I'm different. Так, и что ж, дорогие друзья, с вами был я, Неркин. Подписывайтесь на новое видео, ставьте большие пальцы вверх. А я говорю, что мы пока здесь закончили.